Приветствуем нашего большого друга из Турции, Умит Шакин. Приветствуем вам слово. Начальник ведомства Борис Саяни. Добрый день, уважаемые гости, участники, слушатели. Николай, перед тем, как Умит Шакин начнет свое выступление, хотим сказать, что он говорит свободно на языке, но, к сожалению, не владеет достаточно русским, поэтому он будет выступать, а я по мере возможности буду его переводить. Добрый день, уважаемые гости Николаевских чтений. Меня зовут Умит Шакин. Я из Турецкой Республики. Я родом из турецкого города Мугла. В 2006 году поступил в университет тюркологии и в 2010 году окончил. В 2013 году окончил магистратуру и в 2014 году поступил в аспирантуру по направлению изучения якутского языка. Начал писать свою кандидатскую диссертацию, PhD. И в 2017 году приехал в Республику Саха-Якутия, полгода жил, и в 2022 году успешно защитил диссертацию на соискание степени PhD. У нас это называется кандидат филологических наук. Если говорить о теме моего исследования, тема диссертации звучит как о переводных книгах на якутском языке времен царской России. Вот, царской России. Если рассматривать якутские и русские языки, можно выявить следующие моменты. Они принадлежат к раз... Если рассматривать якутские и русские языки, они принадлежат к разным языковым группам. Якутский язык принадлежит к тюркской группе языков, а русский к индоевропейской группе. Ребенок, владеющий русским языком, может легко освоить однокоренные или похожие по составу слова на русском, якутском, любом тюркском языках. И кроме того, ребенок, владеющий якутским языком, может легко освоить другие тюркские языки и близко
близкие к тюркским по составу, например, как японский и корейский языки. Естественно, это дает большое преимущество для работы на разных международных площадках с компаниями названных стран, как Япония и Корея. Дома даже толбастыбын, да? Роль родителя в воспитании и развитии ребенка колоссальна. И даже если ребенок не разговаривает на якутском языке, ему надо всегда по мере возможности отвечать на родном языке. Это поможет ребенку не забыть язык, культуру и поможет в дальнейшем освоить его. Поскольку сейчас наша жизнь тесно связана с интернетом, мы узнаем все новости из масс-медиа, из интернета, также учимся, обучаем посредством интернета. Необходимо ввиду этого увеличить якутскоязычную среду в интернете. Надо создавать новые платформы, якутскоязычные ресурсы на разных сегментах всемирной паутины. Особенно важно распространить якутский язык в популярном среди молодежи, в приложениях, компьютерных играх. У нас в Турции, да и в других странах, ежедневно увеличивается количество тех людей, которые интересуются якутским народом, Якутией, как самым холодным регионом, самым холодным городом, Якутском. К этому способствует распространение информации в интернете о вашем холодном крае. Однако людей интересует столько не уникальный климат вашего края, сколько интересует культура якутского народа, традиции, обряды и вера Аи. Религия Аи тесно связана с природой,
с окружающей средой, бережное отношение якутского народа к окружающей среде и прекрасная природа. Имеет большие перспективы развития экологического туризма. Саха-Сирия, Якутия могла бы стать всемирной меккой экологического туризма в мире. Hitereten kevzat. Aha. Onunla terehini teriyetçilerge hem yamaktan abın. Onunla üleratı gel. Öse öldük seteyleri baharamete. Doydular bıt arasıya onunla turtsıya. Doğurdu ruhları gar. Bir törütte sabaha oluk onunla tuğrak onuk sıcanlara. Hüyüz kıvı bulgun diyen tılgın. Eten tıramın tılgın tümük tübün. Barıgıtı gel seteyini baharamın. Махтал Пакарахсана. И пользуясь случаем, хочу от всей души поздравить первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева с прошедшим юбилеем. Он, по сути, является тем человеком, который сделал очень много для развития республики, для развития образования, медицины и других сфер жизни. Также хочу поблагодарить организаторов, пожелать удачи участникам, гостям за проведение такого мероприятия. Также хочу сказать и выразить надежду на плодотворное сотрудничество, дружбу между Турцией и Якутией. И на этом разрешите завершить мое выступление. Всем большое спасибо, всем желаю здоровья и удачи. Махталумит, ага, тя хаивин арари. Спасибо большое.